обильный ливень, прошел дождь, поднялась вода на углу улицы Войкова, Сергей там живет, как раз угол срез, и начала резать берег, вымывать. Вода верхом пошла. Через мост поднялась речка, вот мост, где мы стоим, пошла через мост, прошла через ворота здесь это, и где-то метра 2-3 не дошла до ступени дома. В общем, здесь вот было снизу где-то выше колена воды. Администрация сказали, что выделят машину, когда освободится МЧСники. Машин мало, а город большой. Как освободиться? Был звонок, я подавал заявку, сказали, как освободиться машина МЧС, пришли тоже на тачку. Обратились к депутату, помощников депутатов Александра Чечеля, приехали ребята и помогли. Соседям насос дали, потому что полные подвалы воды, откачивали насос. Здесь вот помощь оказали в выкачке из септика, потому что переполненный был септик. Муляк и все это плюс, прочистили улицы, дороги. Ну, все как-то так, спасибо большое.